А мне пришлось использовать маленькую отверточку. Вот. Я ее вытащу из Леттермана. И значит, вот такая беда с ней произошла. Видите? Она надломилась. Надломилась. Вот. Ну, знаете, как бы мелочь, но все же, ну, неприятно. Очень неприятно. Вот так вот она надломилась, то есть, понимаете, пополам. Вот. И я бы хотел у вас, кто знает что-то, например, о гарантийном обслуживании. Я, например, знаю, что у Леттермана гарантия 25 лет. Кто бы мне что посоветовал с этим сделать? Конечно, в моем случае, как бы, ну, по моим этим, я могу это все, в принципе, исправить и тут самому как-то все это подделать, чтобы отвертка была опять, как и раньше была. Но возможно ли произвести какую-то замену по гарантии? Как мне это сделать? Можно ли, нужно ли мне этим заморачиваться? Можно ли это как-то исправить? Такая вот беда произошла, в принципе. Кто-то, может быть, считает это смешным. Мне бы было интересно, можно ли это как-то устранить по гарантийному? Или все-таки своими руками это все исправить? Также, я думаю, многим другим будет интересно, по крайней мере, сломаться может не только это. Может, я не знаю, ну что-то другое сломаться. Все-таки можно ли с этим что-то сделать? Всем спасибо за внимание. Всем желаю удачи и добра. Увидимся. До новых встреч.